Спортивный комплекс «Виктория» в областном центре стал местом проведения третьего тура 20-го чемпионата Беларуси по футзале. Об гульнях и их лидерах в материале наших корреспондентов. 5 команд з Беларусі ў гэты дні вядуць барацьбу за лідарства ў гульнях трэцяга тура 20-га чэмпіяната краіны па футзале. Від спорту пакуль аматарскі. Няма і дзіцячых секцый. Тым не менш, на мінулым чэмпіянаце Европы, які праходзіў у Чэхіі, зборная каманда Беларусі стала чэмпіёнам. А ўжо праз некалькі дзён стартуе чэмпіянат свету, па гэтым візе гульні якога пройдуць і ў Брэсцкай вобласці. 27 числа будзе жеребёвка чэмпіяната міра. Ён будзе ў Мінскі. И сборная Беларуси сейчас готовится, я думаю, планируется, что быть в призерах. Специалисты уже зараз вызначают лидеров чемпионата Беларуси. Это брестская команда «Брест-Утор-Чармет», якая является вице-чемпионом краины по футзале, вошла в полуфинал Кубка Беларуси и зараз так само различивая на перемогу. По сравнению с прошлыми чемпионатами, конечно, уровень команд подрос. Вот команда «Аист», пинская команда, которая сейчас играет, вот она... Ну, команда достойна уважения. И Бобруйс, который до этого шел, и вот, наверное, пришел к тому, что я смотрю, они там не в полном составе сейчас играют. От того, что, ну, достаточно команды сейчас подравнялись. Юрий Печур, Александр Сивицкий, областные новини, Брест.